Всем привет, друзья и ученики! Сегодня видео особенное о том, как правильно себя настроить, если вы только хотите начать изменять себя, свое тело, свое питание, свой образ жизни. Видео полезно для тех, кто только начинает свои первые шаги на этом пути. И, конечно, для тех, кто уже идет по этому пути. Почему? Смотрите дальше, слушайте и в комментариях пишите то, что вы думаете по этому поводу. Тема очень важная и на самом деле нигде практически никогда не затрагиваемая. Если вы думаете, что вам нужно начать свой путь с изменения в рационе питания, к отношению к питанию, к тренировкам, к тому, во сколько ложиться, к качеству своей жизни, это правильно, но это не первостепенное. Первостепенная задача любого человека – это ментальная, если хотите, духовная концентрация. Почему не говорю духовная? Потому что духовное сейчас воспринимается многими по-разному, и нужно сначала прийти к общему определению, чтобы говорить о духовности и всем, что с этим связано. Я же хочу поговорить о том, как мир реагирует на вас и как вы реагируете на мир. На самом деле, если копать очень глубоко, что такое мир и что такое человек в мире? На самом деле мир, реальность, объективная, субъективная реальность, кто знает, это только отражение нас с вами. Для каждого своя реальность. Обратите внимание, многие даже успешные люди все равно несчастливы. Многие неуспешные люди гораздо счастливее обладателя того или иного материального блага. Почему так происходит? На самом деле счастье – это внутреннее состояние человека. Оно не зависит от того, что что-то случилось, что вы что-то купили, приобрели, выиграли. Понимаете, счастье – это определение, и вы должны быть счастливы по определению. Вы должны быть позитивны. Поймите, любое событие в жизни воспринимается отражением ваших мыслей. И если вы воспринимаете это как что-то негативное, то и мир вам зеркально это выдаст. Конечно, это давно уже описано во многих книгах. Лучше всего, и я советую не раз, почитать Карлоса Кастанеду, его записки о Доне Хуане и о мире индейцев Яки. Это, на мой взгляд, самое лучшее мировоззрение, которое может быть. Потом уже пошли плагиаты в виде трансерфинга реальности и всего другого. Но мы сейчас не об этом. Самое главное понять, что мысль материальна. И кто это не верит, я могу доказать на примере, к примеру, тех же самых мышц. Вы знаете, я постоянно занимаюсь развитием своих знаний, стараюсь получать как можно больше новых знаний, изучаю все это. Естественно, я знаю немножечко больше того, кто не интересуется этим. А мне интересно не только непосредственно качалка, меня интересует вообще все, что связано с физической культурой. Меня больше интересует именно физическая культура через призму духовности. Что это значит? Скоро я выпущу серию выпусков о своем мироощущении и именно из-за этого мировосприятия, как и почему складываются мои отношения с железом. Вернемся к нашим баранам. Как доказать на примере мышц, что мысль материальна? Вы наверняка знаете, что у меня проблемы с позвоночником, которые я получил в быту, а не в тренировках. Я долгое время боролся с этим, долгое время, к сожалению, доверялся врачам, мне становилось только хуже, пока сам не занялся своим излечением,
что успешно и сделал, и за гораздо более короткие сроки. Сейчас я со своими грыжами и протрузиями приседаю за 200 и тяну за 200. К чему это все? К тому, что, изучая очень много вопросов касательно лечебной физической культуры, помимо того, что я 6 лет отучился в университете на факультете физической культуры и спорта, где у нас почти 3 года была дисциплина лечебная физкультура, я многое пытаюсь черпать из интернета, из других источников, из книг, и что советую делать и вам, потому что образование – это в первую очередь самообразование. Никакой диплом не гарантирует вам того, что вы имеете какие-то знания. Следующий шаг – нужно понимать, что знание и понимание – это разные вещи. И на примере множества комментариев ко мне, других блогеров, я вижу, что многие обладают знанием, но не имеют простого понимания. И это не ваша, не наша вина. Это вина системы. Системе важно, чтобы вы обладали каким-то наличием знаний, но понимание, чтобы было минимум. Кто этого не понимает, почему это выгодно системе, сделайте выводы и проанализируйте, как, почему, для чего это все системе нужно. Так вот, есть случаи, когда получает человек, спортсмен, не спортсмен, неважно, серьезные травмы. Двигаться, естественно, он не может. И самая большая опасность – это атрофия мышечной массы. Кстати, одна из причин появления анаболических андрогенных стероидов – это сохранение мышечной массы при тяжелых травмах. Это медицинские препараты, в отличие от алкоголя, который только вред приносит. Если сравнивать плюсы и минусы алкоголя, то минусы перевешивают любые плюсы алкоголя. Так вот, друзья, есть такие идиомоторные упражнения, то есть упражнения, выполняемые мысленно. Раньше многие относились к этому несерьезно, улыбались при подобных заявлениях медиков, других специалистов ЛФК. Но современные исследования доказали, кому интересно, гуглите. Я не буду приводить ссылки, потому что это происходит в процессе поиска постоянно, я не сохраняю все ссылки. И я больше практик, чем теоретик. Кому интересна теория, заходите к другим блогерам. Так вот, на практике доказано, что если вы лежа, сидя, стоя, неважно, концентрируетесь мысленно, представляете, что вы выполняете определенное упражнение. Неважно, к примеру, приседания возьмем. Так вот, подключенные к мышцам электрические датчики доказали, показали, что мышцы работают. Приходят к мышечным волокнам нервные импульсы. Что это значит? А вы знаете, что чтобы мышца сократилась, нужно, чтобы центральная нервная система дала на это импульс. Каждое отдельное мышечное волокно иннервируется отдельным нервом, если говорить простым языком. Так вот, 30% мышечных волокон, к примеру, от того случая, если бы вы делали настоящие приседания со штангой, активируются и происходят процессы. То есть мышцы уже не атрофируются. Понимаете, даже просто мысленно представляя, что вы выполняете какие-то определенные действия, приседания со штангой, жим лежа, подтягивания, вы активизируете мышцы, которые работают в этом движении. Это ли не чудо, это ли не доказательство того, что мысль материальна? Для тех, кто хочет более серьезных доказательств, попробуйте изменить свою жизнь. К чему я это все веду? Недавно я столкнулся с одной девушкой, которую взялся тоже учить тренировать. Так вот, в первую очередь мне пришлось выступать психологом, не диетологом, не персональным инструктором. Почему? Она расскажет сама. Я выложу чуть ниже ее высказывание. Она сняла ролик и прислала мне. Кстати, многие из вас, кто хочет чем-то поделиться, могут точно так же поступать. Я обязательно выложу у себя на канале. Так вот, о чем речь?
И почему я говорю, что питание, тренинг вторично? Многие, и вы на себе знаете, к примеру, до 30 лет не думавшие о питании, о своем физическом состоянии, задумываются о том, что чувствуют они себя уже не так, как еще 5, а тем более 10 лет назад. Тело вроде бы уже начало давать сбои, хотя 30 лет только. Почему все это происходит? Конечно, отсутствие физических нагрузок. Конечно, неправильное питание и все то питание, которое продается сейчас в супермаркетах, влияет на все это. Но в первую очередь, что нужно изменять, это отношение свое к жизни. Отношение свое к самому себе. Во-первых, нужно настроить себя на позитив, на ощущение постоянного счастья в душе. Поймите и начинайте день с улыбки. Проснулись, улыбнитесь сами себе. Улыбнитесь в зеркало, когда вы чистите зубы. Вы не представляете, насколько качественно и быстро мир даст вам ответную улыбку. Старайтесь не реагировать на негатив вообще. Не только со стороны других людей, но в первую очередь со стороны собственных мыслей. Потому что, опять-таки, когда психологи с диетологами взялись изучать процессы накопления жира, почему многие люди не могут избавиться от жира, хотя вроде бы начинают изменять свой рацион питания, отношение к питанию, даже начинают выполнять какие-то физические упражнения, но вес стоит и не уходит, а у многих даже прибавляется. Все дело как раз-таки в нашем внутреннем состоянии. И смотрите, какой интересный эксперимент провели, что для меня лично является вообще просто шоком. Известно давно физиологам, диетологам, что сколько бы вы ни переели за раз, ну максимум, что вы можете набрать, ну, грамм 150 жира лишних. Все остальное все равно выведется, понятно как и куда. Так вот, 150 грамм жира вы можете нажрать за раз, чисто физиологически. Но если вы, зная о том, что это плохой продукт, в кавычках, что это очень калорийный продукт, и если вы будете думать об этом, испытывать чувство вины, негатив, вы будете поражены. Увеличивается эта цифра в 2 раза. И физиологи вместе с психологами доказали это. Это тоже есть. Ссылки тоже есть об этом в интернете. Кто хочет, может найти. Представляете себе? Только ваши мысли, ваши внутренние ощущения увеличили накопление жира в 2 раза сверх вообще физиологически возможных норм. Так вот, эта девушка питалась очень-очень педантично. Не каждый культурист так питается. Высчитывая каждое БЖУ, каждого приема пищи, каждого дня, недели, месяца. При этом выглядела она не очень хорошо. Вы это можете увидеть, ее фотографии у меня в Инстаграм, в группе ВКонтакте. Так вот, когда я посмотрел, как она питается, я увидел, что она питается лучше, чем я. Но если она что-то съедала вредное, а она не могла все равно там раз в неделю, бывали у нее срывы, все мы любим сладкое, фрукты, бананчики какие-нибудь, понимаете, о чем я говорю. Выглядела она очень плохо. И моя задача была именно перенастроить ее внутреннюю систему, ее внутренний мир. За полгода нам это удалось. Она не ходила в тренажерный зал, она легко занималась дома. И вы посмотрите, как кардинально за полгода она изменилась. При том, что ее питание стало более свободным. То есть она стала позволять себе в питании больше, нежели до того, как познакомилась со мной. Но при этом потеряла огромное количество жира. За полгода она стала худенькой. Она стала реально хорошенькой. И сейчас, когда мы начнем ходить уже в тренажерный зал, она будет набирать мышечную массу, что будет делать ее красивой. А именно мышцы, девушки, делают вас красивыми,
а не кости, жир или все это вместе взятое. Чем более крепче ваши мышцы, тем вы сексуальнее, тем вы красивее. И ни одна из вас никогда не станет мужеподобной от силового тренинга. Никогда. Только сексуальнее, женственнее и привлекательнее. Конечно же, если вы не вздумаете с дуру принимать какие-либо анаболические андрогенные стероиды. Но я так думаю, что 99% зрительниц моего канала даже не думают об этом. В первую очередь хотят хорошо выглядеть. Так что, друзья, мальчишки, девчонки, хотите измениться, хотите выглядеть лучше, начните со своего внутреннего мира. Начните изменяться внутри. Больше радуйтесь, больше позитива. Если вы даже вдруг съели что-то вредное, а все мы люди, мы не выступающие спортсмены. Только выступающий спортсмен может себя контролировать, потому что у него есть цель, он ее видит, он знает, что если что-то он съест не то, он выйдет на сцену и будет выглядеть глупо, тупо. И вот для большинства из вас у меня такая рекомендация. Хотите быть уверенными, что вы точно что-то сделаете? Поставьте перед собой цель, скажите об этом всем, что вы выступите в любом случае на каких-то ближайших соревнованиях в вашем городе. Не нужно выбирать какие-то крупные соревнования, достаточно городских. И когда перед вами замаячит цель, когда вы будете представлять, что вам нужно выйти на сцену в любом случае, поверьте мне, вы уже будете думать, что вы в себя пихаете. Но опять-таки, перед тем, как начать изменять свое питание, настройте себя внутренне, на позитив. Не настраивайте себя на то, что вы должны сесть на диету, вам будет тяжело. Потому что вам будет тяжело. Настройте себя на изменение своего внутреннего мира и внешнего мира. И что это приятно, и что это хорошо. И тогда любое изменение в питании будет восприниматься позитивно, а не негативно. Не нужно заставлять себя от чего-то отказываться. Нет, нужно объяснить себе, что это приятно и полезно для вас. И пройдет не так много времени, вы увидите, как вам легче будет уже не есть эту ерунду, которую называют шоколадом молочным, потому что молочного шоколада не существует. А темный черный шоколад полезен. И после еды можно и нужно съесть дольку, но не плитку. И только потом уже переходите к тренингу. О тренинге у меня очень много видео. Не вводите себя в заблуждение. Только силовой тренинг дает вам то, что нужно. И мышечную массу, и рельеф. А вот на что идут ваши тренировки, в первую очередь зависит от питания. А то, как будет тело реагировать на питание, зависит от ваших мыслей. Ну что, друзья, я с вами прощаюсь, передаю привет моей ученице, послушайте ее, многим из вас это будет полезно и интересно. Не забывайте добавлять ролик к себе, писать вопросы в комментариях, ставьте лайки, дизлайки, все это идет на пользу каналу. Всем пока! Меня зовут Ира, я хотела бы рассказать вам свою историю избавления от пищевой зависимости. Начну с того, что я, сколько себя помню, всегда была полной девочкой. И это была причина моих комплексов. Я всегда мечтала похудеть, любой ценой. Но я понятия не имела, что такое правильное питание и грамотные тренировки. Поэтому верила всяким жиросжигающим чаям, волшебным продуктам, пилюлям. Неделями сидела на монодиетах. Неделю посижу, неделю сорвусь. Но результата это не приносило. О тренировках грамотных тоже не было и речи. Я по часу могла качать пресс и прыгать на скакалке. Ну, результата не было. Никакого сбалансированного питания у меня не было. Потом я подписалась на группу 40G. Меня вдохновили там фотографии девочек. Такие худенькие. Мне хотелось иметь такое же тело. Я стала делать, как они. Я исключила много продуктов из рациона, такие как картошка, белый рис, сахар. Я свято верила, что от этого набирают жир. Поэтому, можно сказать, я питалась одним капустным листом и гречкой.
И была страшно этим горда, потому что я выдерживаю. Но в итоге я все равно срывалась. Потом я подключила, так сказать, тренировки. Делала кардио по часу в день. Я прыгала на скакалке. И качала каждый день пресс, потому что мне нужен был пресс с кубиками. Я так мечтала избавиться от жира на животе, просто любой ценой. Мне ничего не помогало. Около полугода я жила в таком режиме. Меня оно не устраивало, но ради цели я все равно это все терпела. Потом я насмотрелась фотографий фитоняшек. Узнала, что они считают калории. Имеют такое шикарное тело и считают калории. Мне казалось, что выход найден. Я тоже ударилась в подсчеты. Нашла на просторах интернета формулу. Высчитала все точно, с четкостью до грамма, сколько чего мне нужно потреблять. И все, я думала, все, ключ к успеху я нашла. Теперь я точно буду такой, как они. Стала питаться по граммам. Купила кухонные весы. Рассчитала себе норму белков, жиров и углеводов, как мне казалось, правильно. Следовала им. Я просто подбирала продукты под эту формулу, не слушая абсолютно свой организм, совсем. Просто чтобы мне все вписалось в эти рамки. Ни о каких походах в кафе или посиделки с друзьями нет. Вы что, у меня же цель. Ради цели я была готова на все. Я забила, можно сказать, на нормальную жизнь. Я думала, что я делаю правильно. Думала, когда я похудею, вот тогда я начну жить нормально. Но я жила в таком режиме около полугода, но результата особого я не видела. Я изматывала себя кардио, качала пресс и свято верила, что мне это поможет. Результата почему-то не было. Я расстраивалась еще больше. Я пыталась найти ошибку, что я делаю не так. Урезала еще больше калорий, исключала еще больше продуктов. Можно сказать, я питалась одной гречкой, капустой и все. И ни о каких сладостях не было и речи. Белый рис, картофель я исключила в ноль. Я думала, что от этих продуктов набирают жир. Какой жир, если мне наоборот его нужно сжечь? Я никак не могла понять, что я делаю не так. Искала все новые причины. Меняла тренинг. Каждые 3 недели я составляла себе суперсложные программы тренировок. Выполняла их, но результата не видела. Через каждые 3 недели я это бросала. И так по замкнутому кругу. В таком режиме я прожила около года. В итоге я потеряла 15 килограмм общего веса. Я была просто худой. Ни о каком рельефе не было и речи. Жир на животе так и остался. Я была слабая, так сказать, хилая. Здоровье было подорвано. Морально я была выжата, как лимон. Без радости. Просто я загнала себя в тюрьму из калорий, из граммов. И не позволяла себе никаких радостей жизни. Потом... Так как результаты я не видела, я ударилась в подробности. Я начала изучать, как какой продукт усваивается, как он действует на организм. Узнала, что такое гликемический индекс, гликемическая нагрузка, углеводы простые и сложные. Я боялась употреблять углеводы вечером. Мифов была полная голова. И чем больше я изучала, тем больше я запуталась. Мне казалось, если я все это не постигну, результата я не добьюсь. В итоге я стала дерганая, нервная, никакой радости в жизни у меня не было. Я была в тупике. При всем при этом результата я не видела. Я сама добровольно загнала себя в тюрьму, а как из нее выйти, я не знала, мной уже управлял страх. Я хотела жить нормально, но я боялась. И что делать дальше, я не знала. В один прекрасный момент меня накрыла паника. Просто паническая атака. Мне хотелось клубники, это дело было летом, мне хотелось клубники, но я не могла вписать это в свой колораж. У меня началась истерика, я понимала, так люди не живут. Что делать? Я была в шоке, я больше не могла так. Я забросила все свои подсчеты на 3 недели. Меня, конечно, разнесло. Я отчаялась еще больше. В итоге я была в полном тупике. Тут
месте решила обратиться наконец к профессионалу, потому что сама я не справлялась. Я обратилась к Егору. И первое, что он мне сказал, это бросить считать. Я была в шоке, как? Я считала калории 2 года. Я четко следовала этим рамкам, я вымеряла все на граммы, на кухонных весах, четко следовала. И тут он мне говорит не считать. Как это? Я же потеряю контроль. Меня же разнесет. Мне так казалось. Но он убедил меня в обратном. С чего начать? Для начала нужно перестать контролировать в граммах нормальную еду. Обычные приемы пищи. Вам будет определять организм. Вот сколько нужно для донасыщения. Наелись и все. Никаких граммов. Потому что если мы меряем все на граммы, мы загоняем организм в жесткие рамки. Потом постоянно только думаем о еде. Это неправильно. Рано или поздно будет срыв. Я перестала взвешивать нормальную еду. Просто накладывала себе и ела до насыщения. Естественно, она должна быть натуральной и здоровой. Это было начало. Было морально очень тяжело. Так как я еще до сих пор не ела ни фрукты, ни сладости. У меня были урезаны очень сильно жиры. Потом я начала потихоньку вводить фрукты. Ломала психологически очень сильно. Но через 3 недели я заметила, что ничего страшного не происходит. При этом я тренировалась, как он мне сказал. И я видела результат. Становилось все лучше и лучше. Потом я стала вводить постепенно любимые продукты, такие как рис, картофель, сливочное масло. Все постепенно. Было тоже психологически тяжело, но у меня получилось, потому что ничего страшного не происходит, а как раз-таки наоборот. Потом я уже дошла до того, что я смогла ходить в кафе с друзьями, например, там раз в 2 недели или раз в месяц. Тоже ничего страшного не происходило. Так постепенно начала возвращаться к нормальной жизни. На данном этапе я себе не запрещаю ничего. Я просто питаюсь нормальной едой, сбалансированно, ем все. Еда у меня максимально простая. Жиров я не боюсь, углеводов я не боюсь, всего в меру. Я слушаю свой организм, и это главное. Нужно слушать свой организм, нельзя себя ни в чем ограничивать. Организм вам не враг, он подскажет то, как нужно. Никогда не ставьте ему рамки, мой вам совет. Я больше не хочу возвращаться в тюрьму из-за этих граммов, калорий, потому что оно реально ни к чему. Оно только мешает. Можно и без подсчетов добиться нормальных результатов и восстановить здоровье. И еще, о еде я теперь думаю только во время еды, когда чувствую реально голод. Не думаю об этом постоянно, как я это делала раньше. Я поела и постоянно анализирую, а вписалась ли я, а не вписалась ли я, переела, не доела. Тряслась над каждым яблочком. Сейчас нет. Сейчас я чувствую голод, поела. Просто единственное, каждый прием пищи должен быть сбалансирован. Белки, жиры, углеводы. Придерживаюсь принципов правильного питания. Как определить, сколько вам нужно белков, жиров и углеводов, визуально делим тарелку на 3 части. 2/3 это углеводы, 1/3 это белки. А жиры распределяю в течение дня. 1 грамм на килограмм веса – это минимум. И все, в остальном слушаем организм. И не надо себя вгонять в рамки, вот честно. У меня все получилось. Теперь я реально живу полноценной жизнью, я счастлива, я имею результат и иду дальше. Если бы не Егор, я не знаю, что бы сейчас было со мной. Я так и жила бы в тюрьме из этих рамок, граммов. Егор почистил мне голову от мифов, которые я сама себя добровольно забивала. Поверьте, половина того, что я изучила, вот эти все гликемические нагрузки, гликемические индексы, оно вам не нужно. Это просто забивает память, голову и мешает результату. Просто еда – это топливо. Это не источник удовольствия, просто нужно есть для того, чтобы жить, а не наоборот. И еще хочу сказать отдельное спасибо Егору. Егор, если бы не вы, я не знаю, что бы сейчас со мной было, вы вернули меня к жизни. Просто огромное вам спасибо. Надеюсь, что
Моя история вам поможет. Правда, прекращайте считать, если вы до сих пор считаете калории. А если не считаете, то просто питайтесь правильно и не начинайте их считать. Всем позитива!